Сотрудникам ВК приказали вернуться в РФ под угрозой увольнения. Руководство ВК групп под угрозой увольнения потребовало вернуться в РФ всех сотрудников, которые бежали из страны от мобилизации. Тем, кто откажется вернуться, предлагают искать себе новую работу. Руководителям отделов велели вернуть удаленных сотрудников в РФ под предлогом безопасности и желания исключить утечки в компании, пояснил другой собеседник в менеджменте ВК. По словам источника, официально объявить о решении вернуть всех сотрудников в РФ компания собирается до конца первого квартала 2023 года. Основанием для увольнения тех, кто откажется, кажется, может стать закон Клишаса, который сейчас готовится. Он запрещает удаленную работу сотрудников некоторых сфер, в том числе IT. Реальной причиной для такого решения может быть подготовка к новой волне мобилизации. Если начнут ховать родных, покинувших РФ программистов, они могут намеренно саботировать работу, считает один из источников. По его мнению, увольнения помогут избавить ВК от рискованных сотрудников. ВК работает в гибридном формате. График и формат работы специалистов определяется индивидуально, заявил РБК в пресс-службе компании. Также там уточнили, что некоторые специалисты обязаны большую часть рабочего времени проводить в офисе из-за доступа к определенным ресурсам, обеспечивающим безопасность данных пользователей, сотрудников и контрагентов. При этом источник РБК в компании отметил, что увольнять сотрудников не планируют, так как рынок испытывает дефицит IT-специалистов, но отметил, что часть сотрудников с допуском к критическим данным не могут работать из-за рубежа и в других компаниях. Таким сотрудникам предлагают либо вернуться, либо заниматься проектами, которые не подразумевают наличие доступа к важным данным, сказал источник. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.